Все мы были летом в деревне, и все мы представляем, что это такое. Сегодня я покажу вам свой отличный летний денек вместе со своими друзьями. Привет, Лаки. Привет, привет. Там моя собака. Ну как моя? Она ничейная. Просто она моя. И я думаю, что Лаки тоже думает, что книга Александра Грина это отличное начало этого дня. И если вы успели заметить, у меня вместо закладки соточка. Это послужит мне мотивацией. Да, Лаки, мотивации тебе я не дам. Это послужит мне мотивацией прочитать эту книжку до конца. Вы сами все слышите, он знает лучше меня. Мы сегодня с вами идем на базар, но вначале нужно зайти с моим другом Ваньком, который должен составить нам компанию. По крайней мере, он обещал. Давайте же проведем и этот летний денек на отлично. Идем за Ванькой. Надо пробраться, постучать Ваньке в окно. Какое же окно? Его. Теперь пойдемте ждать Ваню. Привет, Ангелин. Ой, еще компания прибавляется. На середине дороги обнаружили, что на Ангелине колорадский жук. Ну как вам? В деревне гонять самое то. Вот что делает рынок? Он берет хорошую вещь, изменяет ее до непонятного состояния, либо делает ее слишком шикарной, либо делает ее слишком плохой и непривлекательной, чтобы ее не купили потом. Но огромным плюсом всего этого базара были, конечно же, сладости. А теперь идем за мороженым. Как только я приезжаю в Липецк, первым делом я покупаю, угадайте, что? Правильно. Вы знаете, сколько стоит вот это вот прекрасное мороженое? Оно стоит 25 рублей. Только в Липецке и в Липецкой области вы можете приобрести вот такие наивкуснейшие рожки по такой, достаточно, я думаю, низкой цене. Да, на дворе август. Осторожно. Но ничего, и в августе такое тоже бывает. Как вы думаете, что это? Это лимонад, и мы его берем. Уже ушли из магазина, но забыли купить кетчуп. Сейчас идем заново с Ваньком. Соревнуемся, у кого больше пузыри жвачки хуба-буба. Кстати, мы купили сырный кетчуп. Ой, сырный сыр, блин. Сырный сыр. Сырный соус и кетчуп. И теперь со спокойной душой идем домой. Что ты гавкаешь, а, паразит? Вот что ты гавкаешь и хвостиком виляет? Что это? Иди к себе домой. Мы не твои хозяева, я Честера люблю. И это вся твоя благодарность, да? За то, что мы тебя кормим. Хочешь сказать, не кормим? Да? Вот неблагодарные собаки. У нас сейчас такой коварный план. Я, короче, взяла ведро, и бабушка сейчас обольет эту собаку ведром. Ой, ведром. Водой из ведра. Мне кажется, это будет интересно. Оставайтесь с нами, как говорят наши любимые вести. Поехали. Веселись, пока можешь, парень. Веселись. Бабушка уже на подходе. Удачи. Ну, что? Что ты улыбаешься, собака? Ой! Попрыгунчик, да? Да. Довольный какой. Ой. И вот они уезжают вновь на речку, а я остаюсь с этим другом. Да привет, привет. Ты на лапах задних умеешь? Вот это ты цирковой, конечно. Но если вам понравились эти милые топтышки, то хочу сказать, что мама этих щенят держит в страхе всю нашу деревню. Так что перед тем, как брать их на руки, стоит хорошенько подумать, делать это или нет. 4 человека играют в Майнкрафт. Я новую скидываю версию. Алло. Точку доступа включил. Горячие мужские споры. А он нам старую версию. Вот такая у нас тусовка. Жду своего брата. Какой ты озлобленный. Фу, мерзкий какой. Вот так вот. Лето – это лето. И нужно проводить его с достоинством. Ну что ж, в конце нашего денька мы все же вернулись снова к Ваньку. Сейчас мы планируем поиграть в бадминтон. Но это не точно, потому что, возможно, Ванек потерял валанчик. Ну я же свой потеряла, значит, что он, возможно, может тоже потерять. В этом мире возможно, невозможно, невозможно и возможно. Я не пойду! Это Ваня, местная заводила, большой любитель собак и кошек и просто отличный друг. Домой. А это его лучший друг Некит. Некит всегда конкретен в своих выражениях, а вот почему. Заткнись, блин, тупая.
А вместе они убойная компашка, ищущая приключения на свою голову. Ваня сейчас мастерски подожжет костер. Давай. Как бы я его уже разжег. С возрастом понимаешь, что тебе нужно чего-то большего для абсолютного счастья, но прекращаешь замечать это счастье прямо здесь и сейчас. А иногда нужно всего лишь протянуть ему руку. Ведь это так просто. Любите себя и своих близких, и цените каждый момент, проведенный рядом с ними.